Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизельного топлива, которая будет действовать с 9 по 11 июля. По данным НАРЭ, максимальная стоимость 95-го бензина составит 32 лея 13 банов, на 17 банов дешевле за литр, а дизтоплива 30 леев 1 бан, на 37 банов дешевле. Снижение цен на горючее связано с тем, что в последние дни идет тенденция к снижению котировок на международных биржах нефтепродуктов.